положение этих зон. Вопрос не совсем понятен, если честно. Статус, что вы под этим подразумеваете? Да. Да, для умных. Значит, там зеленые насаждения. Какой статус это? То есть вот что это за территория будет? То есть там будет строительство дома или там будет строительство парка? То есть про она... какую вы территорию вообще говорите? Зиновская, 26-32. Вот там зеленая, пока еще не зеленая зона вроде. Предложения все были оглашены. Я вам вопрос задаю. Вот статус этой территории. Вы русский-то язык понимаете? Я все понимаю. Ну, вы пришли, вы пришли на публичное слушание еще по конкретной тематике. Я вас конкретный вопрос задаю. Это не относится к теме публичных слушаний. Статус этой территории. Я услышу ответ или не услышу? Были демонстрационные материалы. Можете там ознакомиться. Спасибо. Иван, согласно нашим предложениям, зеленая зона. Вопросы еще есть? А у них же три. Вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Доможиру Евгению Валерьевичу. Так, до 5 минут. Евгений Валерьевич, еще, в принципе, тогда можете как раз и по своей...